сохранились ли предпосылки объединения монгольских народов и в какой форме? Пока живы буряты в Российской Федерации, пока живы монголы в Монголии центральной, пока же есть монголы в автономном внутреннем, во внутренней Монголии, конечно, есть. Это было движущей силой начала подмонгольского движения. Оно есть. Мы внутренне тянемся. Мы всегда знаем, где бы мы ни были, что у нас отечество Монголия, что за спиной у нас Монголия. И когда вот сейчас даже в связи с этой мобилизацией на войну в Украину, куда бежали наши буряты? Естественно, в Монголию. Поэтому я уже сказал, подмонгольская идея – это святая идея. Надо ее осваивать, понимать в сегодняшних условиях, естественно. И я знаю, что мои братья в Монголии, во внутренней Монголии, я с ними очень тесно общался все годы здесь. Они тоже говорят, что мы должны, конечная цель подмонгольского движения в этом плане, если вы меня вынуждаете говорить на эту острую тему, объединение всех. Но сейчас не территориально-политическое объединение в единую государственность должно быть. Это был тот конек, на котором нас ловили, били все 20-е годы. Панмонгольскую идею сегодня, как говорил всегда Шарабадий Чемедарджиев, мы должны осваивать культурно, духовном плане единения. Мы должны этот этап пройти четко и ясно, чтобы все мы, монголы, живущие в трех государствах, четко и ясно понимали, что мы из одного корня, у нас все общее. Поэтому мы должны заложить вот такой фундамент в наших душах, общность монголов. И следующим этапом это будет решение вытекающих отсюда вопросов. Хотелось бы услышать, что вы думаете о панмонгольском движении и насколько оно сейчас может быть актуально или оно уже изжило себя. И вообще, как вы видите и прогнозируете будущее Бурятии, бурятского народа? Панмонгольское движение – это выдающееся изобретение среди народов всего Востока Российской, построссийской империи. Об этом говорил великий монголовед мира Роберт Артур Рупин. Я так торопился к нему приехать в Индиану, но не успел, он умер в 2013 где-то весной. А я приехал только летом. И он восторгался вот этой изобретением панмонгольской идеи, у руля которой стояли именно бурят-монголы. Идея национального возрождения монгольских народов, проживающих на одной территории, от Байкала до АРВМ, скажем, сегодня, это великолепная идея. Мы должны так ставить по большому вопросу. И эта идея поддерживалась Москвой в свое время. Потом, значит, в связи с тем, что Сталин взял, что кругом враги и прочие, значит, его теории. Лидеры панмонгольской идеи, когда он отказался от идеи внедрения через бурят, через монголов, значит, это самое, идеи социализма на восток, когда он отбросил это и принял идею о том, что кругом враги, значит, что Россия, СССР сам должен идти дальше. Все лидеры наши были уничтожены, и все лидеры были панмонголисты. Сегодня это как никогда, эта идея актуальна. Надо освежить, оздоровить, так сказать, объяснить эту идею вместе с монголами трех регионов. России, Монголии и Китая, мы должны всемерно сплачивать внутриэтнические, внутримонгольские связи на всех уровнях. Без идеи панмонголизма вообще, мне кажется, сложно будет, скажем, самостоятельное существование, дальнейшее неассимиляционное развитие, значит, скажем, монголов АРВМ, в частности,
и здесь, в России, если мы, у нас будут тяжелые проблемы с обретением независимости. Поэтому панмонгольская идея – это фундаментальная основа, я бы так сказал, нашего политического, экономического, культурного развития в нашем центрально-азиатском регионе. Как нам построить успешную экономику без прямого выхода к морю? А кто вам сказал, что для того, чтобы успешная экономика была, нужен выход к морю? Петр Первый? Да, он считал, его козыри были, выход к Варяжскому морю, то есть к Балтийскому, выход на юг, к Черному морю. Без этого Россия зажата, нет возможности для дальнейшего развития. Разве выходы на эти моря сделали Россию процветающим государством? Питер построен на костях, и вообще вся Российская империя построена на костях инородцев. Ты говорил, академик Покровский. Мы должны строить у себя. Разве Монголия, пожалуйста, еще пример. Разве Монголия имеет выход к морю, к океану? Она строит успешную экономику. Налицо ряд других примеров. Континентальных, внутри континента государств, которые вполне, без всякого выхода, без всяких морских путей, выстраивают нормальное экономическое состояние. Уходя от русской колонизации, как мы можем устоять перед китайской угрозой? Риски ведь не только военные, но и экономические, и политические. Китай никаким образом не показал на государственном уровне, что он горит стремлением поглотить какие-то малые народы Сибири и Дальнего Востока. Это карта русская, шовинистическая, которая сегодня преследует вбить в сознание бурятских представителей, что с уходом из России вы попадете под Китай, и поэтому выбирайте. С русскими вы уже прижились, умеете жить, а с китайцами вы не сможете, будете проглочены незаметно даже. Я не думаю, демократическая Монголия сегодня сумела построить наше братское Монголия, родное наше отечество, сумела построить красивое государство. Разве стоит вопрос о ее поглощении Китаем? Почему мы единокровный с монголами народ, проживающий по эту сторону границы, должны опасаться Китая? Не надо так ставить. Есть международное сообщество, есть ООН. Мы должны стать членами ООН и так далее. Не хуже кого-то выстраивать партнерские отношения с тем же самым Китаем. Северный Китай наполовину это даже не ханьцы, они называются ханьцами, они на самом деле это бывшие потомки наших предков, хуннов, монголов. Поэтому не надо абсолютизировать эту угрозу поглощения нас Китаем. Китай, на военных картах Китая Бурятия обходится. Есть другие регионы, которые могут подпасть. А Бурятия – это национальный регион, это монгольский регион. Поэтому разыгрывать эту карту, поглощать бурят-монгольский народ, я думаю, не настолько глупо руководство Коммунистической партии Китая. Один из острых вопросов. Если предположить ситуацию, когда возможен выход из состава России, как быть с русскими колонистами и их потомками? Демократические процессы под огромным риском. Я понимаю, что это огромный вопрос на самом деле, но тоже его также не надо абсолютизировать. Надо разъяснять, никакого особого ярого национализма не надо преследовать. Национализм вообще это дело очень нехорошее. Суверенная Бурятия также должны быть заинтересованы население, с нами рядом живущие уже 3 века. Никаких положений, ставящих их проживание у нас, не должно быть. Заводчане работают, надо сохранять всемирно всю эту промышленность, а не закрывать и не ставить вопрос ради демографического, так сказать, баланса, чтобы уезжали, уходили
мы должны быть выше, на выше ряда республик бывших, где были такие процессы, чемодан, вокзал России и так далее. Это сложный вопрос. Но у нас есть, и я думаю, давно уже есть люди, которые понимают, что без всякого национализма мы должны вместе с русскими братьями строить демократическую, суверенную, красивую Бурятию, которая будет иметь собственное участие в олимпиадах мировых, по любым видам спорта и так далее, и так далее. Зарабатывать свое новое лицо, свой флаг, не хуже никаких среднеазиатских республик, Эстонии, Литвы, Латвии и так далее. Это самое интересное время, которое должно наступить, и это время мы не должны омрачать какими-то межнациональными нашими склоками, делить республику и так далее. Конечно, при этом мы должны понимать, что главный вопрос суверенизации – это четкое понимание национального вопроса, право бурятского народа на самоопределение, на свою землю, на язык, культуру. Все это тактично, корректно надо разъяснять проживающим у нас другим представителям других народов. Показать, как эти процессы шли болезненно и каким корректным, красивым образом решались в тех или иных регионах бывшего Советского Союза. Примеры есть налицо. Мы не должны повторить горьких ошибок, опытов, смертей и так далее, а должны брать лучшие. Казалось бы, бурятский народ совершенно манкуртизирован, обрусел, потерял ориентиры, совершенно не осознает свои интересы. Есть ли еще возможность спасти наш народ и построить нацию? Каковы необходимые предпосылки для возрождения нации? Предпосылки, они есть внутренние. У нас уже выросло такое поколение замечательных ребят, 30, 40, 50-летних. Они сегодня мыслят категориями, теми, которыми я с 1980-х годов ношусь, так сказать, в нашем бурятском обществе. Кроме того, предпосылки извне – это, пожалуйста, идущие процессы суверенизации. Сегодня интернет полон великолепных идей, каким образом, как и где, значит, должны, каким образом должны нации, национальности идти по пути суверенизации. И здесь совершенно не надо актуализировать, что мы манкуртизированы, выпячивать о том, что нет, не получится, количество там, качество нации не то. Нужно построить политическую нацию, прежде чем говорить о независимости. Ничего подобного. История показывает, что сплоченные представители меньшинства, меньшинство, как политически организованное меньшинство, часть своего этноса, они вполне могут решить поставленные задачи. А народ наш, он ничем не хуже остальных народов, наш обыватель так называемый, он поддержит. Надо просто четко, ясно, на всех уровнях идеологии внедрять в сознание светлые идеи освобождения. У нас Бурятия богата природными ресурсами. У нас работает промышленность. Все надо сохранить, по примеру, эстонцев, литовцев, латышей и так далее, других. Вписаться в новые условия, сохранить все экономические связи, налоговую систему, если у нас будет одноканальная наша. Естественно, у нас есть экономические возможности для выстраивания политической независимости. Поэтому не надо абсолютизировать наши минусы, что да нет у нас таких условий, нет экономической базы самостоятельности. Я говорю, как раз экономическая база самостоятельности у нас есть. Ничем не лучше были позиции в Литве, Латвии, Эстонии. Тем не менее, значит, вся промышленность, представленная русскоязычным населением, директорат в частности, руководители Саюдиса, Атмады и так далее, национальных движений этих республик, сумели заставить их сохранить все бывшие союзные связи,
поставкам комплектующих и так далее. Заводы работали, и они грамотно вписались. И очень через короткое время эстонская крона стала очень сильной валютой на всем этом огромном пространстве Восточной Европы. Эти примеров, таких примеров много. Калининград каким образом смог выстроить связи с 40 воеводствами Польши, с другими землями Германии. Восхитительные примеры, значит, головокружительного, значит, ухода в самостоятельное плавание этих республик. Есть они, их вполне легко найти, тем более имея связи и вместе с этими, с нашими товарищами, друзьями из этих республик, передовых республик, надо сказать прямо, можно выстраивать с их с ними совместное менеджерство по переходу из сегодняшнего состояния в другое качество. Самые главные вопросы, да? Готов? Вы человек государственного мышления, находящийся у истоков бурятского движения с момента распада СССР. Что можно сделать в момент распада? Что можно было сделать в момент распада СССР? Как действовали власти и что можно сделать и как действовать, если будет ситуация распада России? Это один из самых главных, если не самый главный вопрос нашего времени сегодня. На самом деле надо глубоко проанализировать, а почему на этапе демократического ренессанса наше бурятское национальное движение, пройдя первый и, может быть, второй этапы в своем развитии, не дошло до третьего, до приобретения политической, государственной и прочей независимости. Сегодня мы должны быть готовы. Ситуация складывается так, что будущего нет у этой имперской политики. Путин, в кавычках, помог всем националам отвернуться. Я не думаю, что сейчас какие-то крупные этнические общности, имеющие политическую, государственную, скажем, автономную власть, то есть республики, будут сегодня соглашаться на дальнейшие какие-то там федерализмы, федерализации. Сегодня все идет к тому, что распад неизбежен этой империи. Вернувшись в империю, мы, Россия, значит, поставила крест на своем дальнейшем федеративном, государственном, в сегодняшних границах государстве. Поэтому, естественно, всеми силами, всеми духовными силами, интеллектуальными силами мы должны готовиться к этому, чтобы не быть так же, как не повторить наши ошибки 1989-94 годов. Мы тогда объявили суверенитет, но суверенитет в составе Российской якобы Федерации, который во многом был формальный, живый где-то, реальных сторонников, ярых, которые могли бы идти до конца на идее национальной независимости, было очень мало. Поэтому мы сегодня должны учитывать все эти ошибки, проанализировать, почему тогда так получилось. Чтобы мы сегодня не сели опять в новую лужу, опять не начали играть в новые федеративные договоры с якобы демократической Российской Федерацией, новыми ее лидерами. Я думаю, нам нужно готовиться. Это огромная работа, чтобы национальное движение, обычно оно проходит всегда три этапа в своем развитии. Первый, второй, третий. Третий этап завершается созданием своей национальной государственности, независимой. Мы должны об этом думать и сплачивать все интеллектуальные, духовные силы нашего общества, живущего не только в России, но и за рубежом, в тесном сотрудничестве со всеми всевозможными союзниками, с Организацией Объединенных Наций, с бывшими советскими республиками, как Эстония, Литва, Латвия. Они тогда, на том этапе, 89-94-х, оказывали огромную помощь. В частности, я лично встречался со многими с ними. Они помогали нам разрабатывать тогда очень удивительные для нас вещи. Что такое суверенитет и так далее, каким образом, почему мы имеем право, почему мы все время педалируем бесконечно эту дружбу
великим русским народом. Вот сегодня вместе с ними, видя уже, имея огромный опыт, как, каким образом суверенизировались, вышли в самостоятельное плавание эти небольшие, в принципе, народы, мы должны, учитывая все их плюсы-минусы и свои собственные, своего национального движения, вместе, конечно, с нашей родной Монголией, с демократической Монголией, форпостом демократии в этой части Азии, мы должны сделать, не упустить наш исторический шанс на этом этапе. Владимир Андреевич, а можно ли сказать, что текущая имперская позиция Кремля по отношению к бурятскому народу – это преемственная политика России на протяжении всего периода российской оккупации? Я больше чем уверен, да. За исключением только ленинского этапа государственного строительства, это краткий миг 1917 по 20, может быть максимум 7, когда произошел переворот Сталина, все остальное время это полностью череда геноцида, этноцида, культурного геноцида, преследований, когда самые лучшие наши люди, выдающиеся титаны государственного, мирового уровня, как Уголь Доржей, Венчино, Базар Барагин и другие, были уничтожены физически. Лучшие люди, цвет бурятской нации, интеллигенции, ученые и так далее. Конечно, все годы советской и имперской власти, но российская политика никогда не была дружественной к бурятам, за исключением короткого мига, этого самого, двух коротких мигов, можно сказать. Это 1917, когда буряты свое творчество одними из первых в Российской империи сумели создать собственное национальное государство во главе с Бурнацкомом. И еще второй короткий миг, это ельцинский период. Это 1900, ну, в годы демократической революции, как сегодня историки называют в России, это 1989-94 годы. После этого, на позднем этапе ельцинизма, опять пошло, значит, завинчивание гаек. Формальный, совершенно формальный подход к федеративному договору, а потом с приходом полностью, наверное, так сказать, возврат имперской политики национальности. Военный вопрос и национальная безопасность. Ну, упоминается Китай, и остатки России будут пытаться собрать всех кучу силы и саботажа. Что вы думаете? Я ничего не думаю об этом. Я уже сказал примерно, что никакого страха перед какими-то территориально-военными экспансиями тех или иных государств, которые позарятся на наши земли, наш народ, я сейчас не вижу. Нет необходимости здесь актуализировать внимание, когда есть другие, более интересные, самые насущные задачи.